В эти минуты в Лос-Анджелесе проходит 92-я церемония вручения премии «Оскар». Лучшим актером по версии Американской киноакадемии стал Хоакин Феникс за роль Джокера в одноименном фильме Тодда Феликса. У этой картины самое большое число номинаций – 11. Лучшей актрисой признана Рене Зеллвегер. Оскара за роль второго плана в фильме Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде» сегодня удостоен Брэд Питт. В женской номинации победила Лора Дерн. Она сыграла в картине «Брачная история». Южнокорейская лента «Паразит», сюжет которой построен вокруг истории о социальном неравенстве, получила главный Оскар киноакадемии. Также она признана лучшим зарубежным фильмом. Статуэтку получил ее режиссер Бон Чун Хо. Также работа удостоилась награды за оригинальный сценарий. Лучшим мультфильмом стала «История игрушек 4». За звук и визуальные эффекты приз получил исторический фильм 1917.